были добровольцы, которые, ну, мародеры. Зашел я раз в помещение, да, там, туалет, душ в доме, да, у меня такого нет, понимаете, и мне было стыдно за эти. И вот вы как бы сравниваете меня со всеми, я никак себе, это прям 100%. Точно никак. То есть у вас туалета, душа дома нету, да? Да, он мне не нужен дома. Чтобы вонять и убирать в доме его постоянно. А где вы стоите? У меня туалет на улице. А вы живете на улице, я, да? Я в деревне, да, я живу. И то есть мне это нормально, мне туалет не надо мыть каждый день. И вонь я ночью чувствовать не буду от него. Из-за того, что кто-то забыл смыть. Понимаете? Как бы так. Серьезно? То есть у вас вот эта кабинка такая, да, деревянная там? Возможно, да. Да? И вам это все устраивает, да? Да. А вы пользоваться унитазами умеете? Да.